Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. И просто вот такой полет, пацаны. Но не так получилось, как я думал, конечно, но все-таки получилось. Так. Воп. Не, ну... Вопа. Не, то... Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Магазин Холиплей, первый серий, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня у нас будет очередная серия «Мурка в деле», да. Я не знаю, набрали ли вы 200 лайков под предыдущим видео, где я просил, потому что я смотрел, сейчас там 35 лайков. Но, блядь, я только что такой трюк ебанул, вы просто, я жалко, я это не снимал просто, понимаете? Я просто не мог не записать серию об этом. Я ездил, искал места, где можно попрыгать в следующей серии, как бы вам показать и так далее. Вот надеюсь, что вы набрали эти 200 лайков, пацаны, надеюсь. Хотя я и так ее выложу, эту серию, наверное, но выложу, когда вы наберете уже 200 лайков. Поэтому, надеюсь, вы их набрали. И давайте под этой серией тоже наберем как минимум 100 лайков. Давайте как минимум 100 лайков, и новая серия с Муркой сразу же выходит. Итак, я закупился ремками у Владоса. Потому что, ну, блядь, Владос — это свой пацанчик, короче, у него надо закупаться, потому что в предыдущей серии я не у него закупался, а как раз мы здесь рядом находимся. И сегодня я такой просто трюканский ебанул, вы просто бы видели, отвечаю. Вот жалко, я не записывал этот момент. Я искал и решил попробовать, вот серьезно, я первый раз решил попробовать, ну, прыгнуть там, где я думал прыгнуть, короче, не на видосе. Я прыгнул, там такой трюк, пацаны, я не знаю, сейчас попробую еще раз повторить. Надеюсь, у меня это получится, прям надеюсь. Видите, я уже покосил тачку, понимаете? Давайте я вам объясню даже, вот, смотрите. Видите вот этот склон, видите, да, его? Вот это видите, да. Я, короче, разогнался вот так вот, пиздячил. Разгоняюсь, вот полетаю и долетел аж сюда, понимаете? Аж сюда долетел, понимаете? Я полетел вверх на метров, наверное, блядь, 100. Не, ну не стоит, это дохуя, на метров 50 где-то. Это, наверное, самый высокий прыжок, блядь, в моей жизни просто. Сейчас я еду туда, только мы не будем по полям ехать, сейчас я въеду аккуратненько, как я заезжал туда. Я чисто искал места, я вспомнил про это место, решил посмотреть. Там был склон покруче, был склон нормальный такой. Я там, где нормальный, решил сигануть. Я просто так подлетел, еще на колеса приземлился, сделал сальтуху и поехал дальше. Блин, вот жалко, я это снимал. Вот по-любому сейчас так не получится, но мы будем пробовать. Мы будем пробовать и еще в каких-то местах попрыгаем. Просто, блин, я этот трюк сделал, я... Просто у меня загорелся желанием записать об этом видео, поэтому сейчас вы его и смотрите, короче. Погнали, я сейчас быстренько объеду и будем уже прыгать. Вообще там находится маяк, и я бы хотел его перепрыгнуть, но, блин, сильно далеко находится этот трамплин. Я маяк не перепрыгну. Ну, я бы его перепрыгнул, нехуй делать, но просто он далеко от того места, где будет полет моей машины, короче. Кстати, для тех, кому интересно, Карпас Мурки, Карпас... Как у меня там ID? 229, да? Вот он, Карпас 79, да, пацаны, машинка страдает, блин, надо 500 тысяч искать, я в рулетке вон крутил, выбил 200 тысяч всего лишь, поэтому да, надо где-то бабки искать и чинить Мурочку, короче, по-любому, но пока мы будем на ней прыгать, но в будущем, конечно же, я, не знаю, где-то еще посмотрим, если вам будут нравиться прыжки на Мурке, там, я буду снимать это, и потом, когда у нее там останется процентов 60, наверное, мы уже будем ее ремонтировать стопудово. Эти подарки еще не брали, да? Прикольно. Вот эта дорога, короче, сейчас мы доедем по Бырику и уже прыгнем. Ну, наверное, это будет мой самый крутой прыжок, хотя нет, самый крутой, наверное, через мост Южного был. Ну ладно, короче, вот это здесь, тут хреново уже песок, и разогнаться очень довольно-таки проблематично. Вот этот разгон, мы отсюда будем брать, короче, разгоняться. Вот, я оттуда разгон аж брал. И, короче, сейчас вам покажу.
Сейчас пробуем по какому я прыгал, а потом по крутому, возможно, попробуем. Ремак я купил. Все хорошо. Мурка сегодня в боевом режиме, видите, без бампера, короче, и так далее. Так, надо как можно дальше отъехать и врубаем нитро. По песочку ее тяжело, блядь, удержать, реально. Видите, она, блядь, тупо шлифует. Но сейчас ускорение сработает, я надеюсь. Так, ускорение работает, работает, работает. И сейчас будем разгоняться. И просто вот такой полет, пацаны. Просто, ну, это слабенько еще было. Я даже тапку в пол не нажимал. Это было очень слабенько. Поэтому сейчас мы это все повторим. Не переживайте. Это было слабенько, потому что я газ даже отпустил. Сейчас будет на всю мощь, короче, пацаны. Ну, видите, маяк мы прилетели бы стопудово, я думаю. Поэтому, да. Машинка очень страдает сейчас, прям, блин, мне очень жалко ее даже. Вот я смотрю, как целостность падает, мне очень жалко. Но все ради вас, пацаны, давайте поддержите Мурочку. Наберем, давайте, 100 лукасов. А можно и больше, если вы хотите. Конечно же, за страдание Мурки, блин, сейчас надо бежать теперь, пиздец, сколько. Сейчас будем по лесам проехать. Потому что бежать это долго будет сильно. Поэтому... Ай, уже фару разбили мы, да? Окей. Ну, всего лишь до ХП сбили, это нормально. Так, где там этот поворот? Это, по-моему, не тот поворот. Так, вот этот поворот. Съезжаем вниз, короче. И сейчас будем обратно разгон брать. Уже сейчас на максималочку буду брать. Просто в тапку в пол и все. И не отпускать газ. Сейчас попробуем так сделать. Видите, просто я еще по воде проехался тогда, и скорость упала. Но будет все хорошо, я думаю. Сейчас будет все нормально. Так, включаем нитро. Без нитро тут вообще разгнаться нереально, я думаю. Поэтому врубаем нитросик. Так, водичка нам не мешай, пожалуйста. Так, 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 так. Давай, 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 давай. И... Не, ну это красиво, да? Только мы сейчас приземлимся, никуда надо. Ах ты, блин. Не, ну это было красиво. Смотрите, видите, блин, я не могу с первого раза как тогда сделать это все. Вот не могу и все, блин, я не знаю почему. Но не могу я так сделать, почему-то вообще никак. Сейчас я ремку возьму, короче, починимся. Сейчас бы чиниться на рельсах, конечно, да. Только я так могу сделать. Так, положить и взять. Набор инструментов один. Все, берем. У нас будут еще помимо этого прыжки какие-то. Я знаю одно местечко еще, где можно пробовать сигануть. Но пока что у нас задача подлететь, как я именно тогда подлетал. Вот мне именно это нужно. Видите, надо, блядь, надо поближе к краю тому именно. Справа надо поближе ехать. Так, я не думаю, что за ИПП будет считаться, потому что я ж не по полю еду. Я просто еду по рельсам. Так, вот эта горочка, блин, вот нам нужно... Сейчас покажу, где нам нужно, короче, прыгнуть. Именно. Давай, перелазь, перелазь, давай, давай, малышка, я тебе верю. Ну, что ты застряла, корова ты? Давай, оп. Вот нам именно здесь надо подлететь, короче, видите, вот. И тут, сука, этот поворот ебучий мешает постоянно. Минуточку внимания, хочу послать вам бизнеса его знакомого. Его бизнес — это магазин одежды в Арзамасе. Находится он недалеко возле спауна Арзамаса, то есть возле вокзала Арзамаса. Сразу за мостом, рядом возле 24/7, находится его магазин. Здесь вы сможете купить скины на любой вкус и за любую цену. Также, если вы свяжетесь с владельцем этого бизнеса, то есть моим знакомым, и захотите купить дорогой скин, то когда вы покупаете, 50% от его стоимости вам возвращается. Так что всем советую, покупайте шмот только в этом магазине. Видите, я здесь подлетаю просто. Сейчас надо как-то скорость регулировать. И попробуем сейчас еще раз все это сделать. Так, это не кикнуло сервера, а то мало ли что. Так, было бы круто, если бы меня пролимит туда закинул, чтобы, ну, там админы потом ко мне не прикопались. Типа, вот я по полям езжу и так далее. А ну давайте сейчас без литра попробуем, просто разгон чистый. Чистый разгон, короче, сейчас попробуем. Так, я выворачиваю. И вот здесь нажимаем тапку в пол. И есть, получилось. Просто получилось. Но не так получилось, как я думал, конечно, но все-таки получилось. Так. Воп. Не, ну за это точно лайк, пацаны. Вы увидели этот трюкчанский просто? Блядь, рикошетом об дерево просто на колеса и поехали дальше. Вот, блядь, за это тупо нужно поставить лайк, пацаны.
Вот, я думаю, вы такое не повторите, пацаны. Вот, серьезно, я сейчас без выебонов говорю, что, блядь, это вам кажется, что легко, но на самом деле нет. Тем более, Мурка на чипе, с ней трудно справиться. Тем более, и без чипа на ней. Вот я кому только не давал, вот никто не может на ней нормально поехать, не разъебаться. Серьезно. Сейчас бы дрифтить еще, да. А почему бы нет? Так, давайте, вот здесь я хотел полететь, короче. Так, этот куст твердый или нет? Нет, он не твердый, окей. Но мы будем, по идее, вот так вот залетать. Вот, вот так вот будем залетать. Надо именно вот, вот так вот. И вот сюда. Куст этот по-любому твердый, да? Или нет? Да, этот куст твердый, поэтому куст мы не будем таранить, короче. Все, берем разгон и сейчас пробуем перепрыгнуть. Как раз и мы сломаемся, у нас там 24/7 рядом. Поэтому все нормально. Все у нас хорошо. Все складывается прям как надо. Ну, кстати, я тогда еще дальше прилетел, как только что я еще об дерево рикошетился, я тогда дальше еще прилетел. Ну, видите, блин, без интро я был. Ну, кстати, без интро как-то она лучше летит, понимаете? Я не знаю почему. Как-то чип срабатывает лучше без интро или что. Она как-то лучше летит. Поэтому давайте сейчас тоже я без чипа попробую. Ой, без интро это буду все делать. Ну, кстати, бензина довольно-таки мало, поэтому сейчас тут попрыгаем и будем ехать в Южную на заправку. Так, только тут еще попасть, блядь, надо так. Понимаете, вот в чем проблема. Так, я беру разгон сейчас. Сука, прорисовка еще такая дебильная. Так, 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 так. Так, и... Вопа. Не, тоже нормально, что, пацаны. Я думаю, тоже красиво получилось, да? Я думаю, довольно-таки охуенно получилось вообще. Прям, ну, видите, мы чуть-чуть уебались. Чуть-чуть уебались мы, да. Сейчас еще раз попробуем. Так, чисто закрепим наш результат. Так, взять. А, берем ремку, все, взял. В этом черт, наверное, на гелике охуел. Тут бэха летит, ебать. Ну, что, бывает, ебать, нормально. Чё. Просто видите, блядь, там прорисовка. Я не видел просто, куда именно... Тем более на скорости 200, блядь, пока ты врулишься, куда тебе надо, это пиздец. Понимаете? Вот в чем проблема. Вот, блядь, кто пробовал, тот меня поймет, а кто нет, пацаны, ну... Бэха, блин, это трудный аппарат, я вам скажу. С чипом особенно, это пиздец. Так, а если в эту сторону... Нет, в эту сторону у нас не получится, по-любому, наверное. Да, в эту сторону у нас по-любому не получится, поэтому сейчас попробуем еще раз с той стороны. И все будет заебись. Какой-то гелик к нам прицепился, ну ладно, давайте разгон берем, короче. Че он задним ходом за мной едет? Так, берем разгон еще раз. И пробуем сейчас залететь туда. Так, максимально сейчас пробуем. И, воп. Ай, блин, прям в дерево. Вот это, конечно, печаль, беда. Вот дерево нам помешало очень. Поэтому да. Бедная Мурка, блин. Вот сейчас просто уходят ее проценты, блядь, это пиздец. Т-меню. У меня уже ремок там, по-моему, мало осталось. Сейчас пробуем где-то еще подпрыгнуть. Нам нужно поехать сначала заправиться. Это самое главное. Я ведь не помню, блин, вот в Лыткаре должен быть трамплин. В обычной криминалке, я помню, там есть трамплин. Бусаева уже не задействована. А он там остался или нет, я вот этого не помню. Но это, наверное, для следующей серии оставим, если он там есть. Я просто катаюсь, ищу места, если что. Так, давайте я так аккуратно объеду сейчас. Конечно, вокзал, как мы перелетели, это было очень красиво, да, согласитесь? Ну, прям, ну, лайк. Ну, точно лайк. Так, вот, ладно, ну, у меня, по-моему, там деревня осталась еще, наверное, я где-то так, да. Поэтому не будем трогать, все, едем заправляться, и там уже посмотрим, может, где-то еще найду, где можно попрыгать. Кстати, знаете, где можно было бы прыгнуть? Вот здесь, прям, сейчас. Вот здесь, блин, увидите, сука, тут разгон маленький. Хотя... С поворота, ну, сейчас попробуем, короче, так и надо заправиться, я попробую еще отсюда прыгнуть, наверное. Так, ну, ездят подписчики, наверное. Давайте ускоримся быстренько. Нам бензина мало, просто надо заправиться по болику. Сейчас, кстати, вот здесь подлетим. Полет, ебать, смотрите, вот так вот надо летать на Мурке, блядь. Зеленый хорошо. Зеленый до сих пор, это тоже хорошо. Ага, блядь, я вспомнил, вот же трамплин есть. Вот же есть трамплин. Ага, но это у нас на финалочку остается. А сейчас мы прыгнем вон там, возле ОПГ недалеко. Потом прыгнем там. Потому что там воду лететь, поэтому можем. Поэтому это будет финалочка наша такая. Так, бензин, бензин, так, никого нету. Все, поехали, заправимся и поедем уже прыгнем. Два последних трамплина. Ну, в следующей серии для вас подготовлю что-то новое и что-то интересное тоже.
Ну, вы видели, заметили, что у меня всегда что-то новое интересное насчет Мурки, ну, прыжками. То же самое ничего не бывает. Поэтому стараюсь для вас, пацаны, специально для вас стараюсь. Все, 80 литров хватит, поехали. Все, поехали прыгать. Какие-то врачи непонятно на четырке ездят, короче. Что они хотят, я вообще не понимаю от меня. Что-то они за мной катаются, блин. Да. Я не люблю, когда за мной катаются, я на желтую успел проехать, а вы на красный, да, поедете? Ой, молодцы, девятки сейчас бы на красный ездили, вообще красавчики, да? Блять, сейчас бы на четырке пытаться М5 догнать. Самую быструю машину на сервере, блять! Спасибо тебе большое, чувак на скорой помощи. Прям, блять, от души просто. Чё машина не заводится? Блять, я же команду неправильно пишу, всё. Куда эти, блядь, стрит-сакеры поехали? А вот они застряли, блядь. Ой. Так, надо сейчас пищей папу пробовать, наверное, сразу. Где? Ага. Окей, тогда вруливаемся сюда. По идее, да? Блядь, ну тут видите, какой поворот, сука, ебанутый. Вот в чем проблема. Ну окей, сейчас отсюда будем брать разгон тогда. И пробовать прыгать. Как бы развернуться. Так вот, влево, вправо. Окей, пробуем разгон. Ебать, сейчас я под конец, когда уже будем вылетать с поворота, я включу нитро, короче. Сейчас попробуем вот так потихонечку разгоняться. Не, нихуя нереально, это пиздец. Это пизда просто. Как тут можно, блядь, разогнаться, я вообще не понимаю. Так. Давайте хотя бы вот так с горочки мы поднимаемся, допустим, да. Набираем скорость. Выезжаем с поворота, включаем нитро. Ее заносит, блядь, она глохнет, сука, давай. Блядь, тут нихуя не получилось, короче. Нихуя. На другое место, короче, искать. Потому что это полная хуйня. Это... Меня не течит, короче, кикнул, пацаны. Ну ладно, давайте тогда тот трамплин в какого-либо церкви оставим на следующую серию. И что-то еще я новое придумаю, потому что, блядь, античит какой-то ебанутый у них. Такое бывает, когда сильно врезаешься в что-то на чипе, либо там еще что-то, короче, оно кикает. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.